Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас потрясающая, красивая гостья Лила. Всем привет! Лила работает журналистом. У нас, как вы помните, рубрика с разными профессиями. Я подумала, что журналистика — это очень-очень интересно. У меня у самой куча вопросов к тебе. Так что давай приступим. Здесь у нас бургеры маминого производства. Здесь Макдональдс. Я решила сделать такой микс. Тут роллы и там твикс. Мы можем с ним поделиться, я не против. Он хочет просто вот эту рыбку всю с Филадельфии, и все много ему не надо. Филадельфии тут много, на всех хватит. Можешь брать и отсюда, и оттуда, самое главное, есть, а то в комментариях тебя будут, точнее меня будут обвинять, что гостья даже не поела. Хорошо, буду наяривать, не по-детски. Так я тоже с Филадельфии начну. Смотрите, какая большая Филадельфия, крупная. Это Япоша. Мне очень нравится эта доставка. Я постоянно у них беру. В этот раз какой-то курьер странный. Сейчас, минуточку. Твикс сдвинул нашу камеру. В общем, как ты пришла, рассказывая журналистику? Ой, ну, начнем с того, что я закончила Азия-экономический факультет. То есть у меня нет журналистского образования. А разве можно работать журналистом, не имея... Или можно? У нас можно все. Сейчас. У нас директором работал мужчина, который учитель по физкультуре. Так что у нас можно все. Я думаю, что журналистика — это именно такая сфера. То есть это не медицина, это не юриспруденция. Это та сфера, в которой ты, да, можешь себя попробовать, если даже у тебя нет образования профильного. Потому что главное — это уметь писать, быть креативным, быть оперативным. Креативным, мне кажется, здесь очень важно. Да. Надо быть харизматичным еще в этой области, мне кажется. Ну, опять же, смотря, то есть какая журналистика, да, у меня, я больше делаю упор на интервью с какими-то интересными людьми, да, я провожу интервью, да, вот с Айкой мы так и познакомились, я брала у нее интервью. Вот мне нравится, вот надо находить таких людей, которые занимаются чем-то необычным, чем-то интересным, которые могут это рассказать нашим читателям и писать о них. Поэтому, то есть здесь креативность, широкий кругозор, чтобы ты был проинформирован в различных областях, вот это вот нужно, да, а не какое-то образование, там, профиль. Лила даже пришла с подарком, который я вам покажу в Инстаграме. Вот не надо, вот зачем ты его прискать, с каким это ароматом? С хорошим. Кстати, вот здесь можешь понюхать сверху. Да, я уже понюхала, он уже пахнет, прям коробка пахнет. А что вы думаете, что это, если это пахнет? Не духи. Буду спойлером. Да. Что еще может пахнуть, кроме него? Бурная фантазия, да, у него? Насчет образования. Я закончила Азия-экономический факультет, как я сказала. Я вообще считаю, что мы в старших классах уже должны определяться, да, со своей будущей профессией. Но это слишком ранний возраст, 17 лет, 16 лет, когда ты уже начинаешь ходить по репетиторам. Слишком ранний возраст для того, чтобы ты определилась со своей будущей профессией. Я, например, в этом возрасте не знала, кем я хочу стать, кем я хочу всю свою жизнь работать. И поэтому я поступила просто во вторую группу, потому что предметы в этой группе мне более-менее легко давались. И вот таким методом я выбрала вторую группу. Я, кстати, когда поступала, вот я тоже думала, вот куда поступать. Куда толпа, туда и я. Как бы все пошли на экономический, я решила, что тоже. Но если бы вернуть время назад, Лилуш, я бы, например, поступала бы не в экономический, а, например, в инженерный. Или как правильно, возможно, я неправильно говорю, или IT-технология. Потому что это все настолько вперед идет. Хорошая сфера, прибыльная. Ну, к этому тоже нужно иметь какую-то предрасположенность. Например, я бы в IT не смогла пойти, и вообще технического характера, да, потому что я абсолютно не технический человек, я полностью гуманитарий до мозга костей. Я даже считать двухзначные числа, если сложить, вычесть, мне нужен калькулятор, потому что я буду мучиться в голове, если я все это буду считать. Двухзначные числа. Реально. Так что я гуманитарий, я прям нашлась. Куда? Я хочу сюда макать, да. Здесь есть. Просто места не было, я положила сюда. Зажала соус. Зажала. Ну, если честно, от выбора, например, в эти 17 лет зависит вся твоя жизнь. Да. Будешь любить эту профессию или не будешь.
И вот мне все говорили, что экономика это прибыльно, то есть ты там сможешь там построить какую-то карьеру. А у меня вот чем больше я получала образование в этой сфере, тем больше я понимала, что я не хочу этим заниматься. У меня еще наступала какая-то депрессия. Я думала, что, боже, неужели я буду работать в каком-то банке, или я буду бухгалтером, я буду там сидеть с этими отчетами, цифрами. Ну, тебе это не интересно. Вот мне, нет, например, очень интересно. Я как-то однажды проходила в интернете онлайн-тест, и там был один из вопросов, если вы любите разбирать домашний альбом и класть его там как-то классно, да, так скажем, то значит, вам нужно идти в экономический, работать с бумагами. Ого. Ну вот люди разные, да, на самом деле, кому-то это нравится, а лично мне вот вообще этого не хотелось. Но так получилось, что всегда в жизни человека что-то меняет, какой-то случай, да. И так получилось, что я увидела на просторах интернета, организовывался конкурс писательский. А я с детства любила писать. У меня даже была какая-то тетрадка, когда я была еще совсем маленькой. Да, я там, у меня была бурная фантазия, я там записывала какие-то рассказы на разную тему. И я просто это вспомнила, что я же люблю писать. Давай попробую, просто ради интереса. И я в этом конкурсе заняла второе место. И потом, когда наши работы всех участников, да, были опубликованы, мой один знакомый прочел и написал мне, что Лейла, у тебя талант, ты так классно пишешь, почему бы тебе не попробовать себя в журналистике? Я подумала, что реально, а почему бы не попробовать? А ты вот по специальности ходила на собеседование? Нет. Там у тебя что-то не получалось? Не ходила? Нет, именно по экономике я вообще не ходила. Я решила вот журналистике попробовать себя с третьего курса. С третьего курса, но, естественно, я не сразу пошла, да, в какое-то такое известное агентство, да, я вначале решила начать с чего-то более такого маленького. Это, на самом деле, талант кушать и одновременно говорить, это очень сложно. Вот приходится всю эту сушу огромную сувать в рот, потому что если я ее укушу, мне кажется, она развалится. Я кусаю, ничего. Нормально? Да. А еще это значит качественные суши, потому что некачественные они разваливаются, да. А еще Лейла работала моделью. Открою вам секрет. Да. Как туда тебя занесло? Я всегда мечтала, если честно, но у меня никогда не было параметров, подходящих для модели. Там всегда писали, что 1,70 и плюс, то есть выше 1,70. Да. Ну, в тебе есть 1,70. Ну, во мне как раз ровно 1,70. Я думала, больше. Нет, у меня минимальная отметка. Я как раз, если была еще чуть-чуть пониже, уже бы все меня не взяли. И как получилось, что ты... Как я туда попала? Заикаюсь. Ой, это вообще интересная история. На тот период я работала в Деязе. Уже в газете. Информационный портал. Да. В тот период я работала фрилансером в Деязе. Тоже все было на третьем курсе института. Молодец. И вообще, когда я тоже училась в универе, многие работали. Работали со второго, с третьего курса. Мне папа говорил, учись. Поработать всегда успешно. Я поняла, что те, кто начали рано работать, больше успевают в этой жизни. Я тоже так думаю. Я, в принципе, увидела и студенческую жизнь, то есть не сказать, что так я прям сразу пустилась во все тяжкие. И я работала фрилансером, а фрилансерство, оно как бы подразумевает, что ты продолжаешь в институт ходить и туда, и сюда. То есть ты просто дополняешь свою студенческую жизнь, ты ее не перечеркиваешь. То есть ты на очном отделении училась, правильно? Да, я ходила в институт. И я тогда работала фрилансером в Деязе, пошла делать интервью с Любовью Гутеровой, многие ее знают, это владельца модельного агентства, ну то есть сейчас уже нет, она его уже закрыла давно, но тогда это агентство очень гремело, было очень популярным. И я пошла проводить с ней интервью, и на протяжении всего интервью она меня оглядывала, оценивающе, да. И под конец она мне предложила... Говорит, что, ой, а у тебя очень красивые глаза, у тебя подходящая фигура, параметры, а ты не хочешь попробовать себя в качестве модели? И я так на секунду зависла, но это было очень приятное предложение, мне кажется, любая девочка хочет его получить. Ну, не любая, но большинство. Большинство, да, соглашусь. Да, и поэтому я, конечно же, согласилась сразу же. Я в тот же день подписала с ней контракт.
О, да, сразу. И уже в тот же день она мне контракт дала, я подпись свою поставила. Ты прочитала, я надеюсь? Нет. Не прочитала. Нет, я на радостях даже не прочитала. Я бы тоже читать не стала, но неправильно это. И уже на следующий день я пришла в ее студию заниматься, ходить с книгой на голове, она меня учила. Сложно было вообще? Нет, было очень интересно. Модельный бизнес – это показы, ты выходишь на подиум, ты постоянно перевоплощаешься в какой-то новый образ. Тебе делают макияж, прическу. То есть ты смотришь на себя в зеркало, ты, блин, такой не была никогда. Ты думаешь, какая я, оказывается, могу быть. Да? Один день ты какая-то леди вам, другой день ты какая-то такая милая, невинная девчоночка. То есть это очень прикольно. Попробуй себя в разных ипостасях. А говорят, что между девочками там постоянно какие-то там скандалы бывают, плохие отношения. Это правда? У меня тоже были, да. Там немножко скандальные девочки тоже встречаются. Говорят, что зависть вот очень часто бывает, когда у кого-то что-то идет вперед. Ну, знаешь, как у нас в Азербайджане в модельном бизнесе нельзя сказать, что там у кого-то прям что-то настолько пошло вперед. У нас есть какой-то предел, до которого ты дойдешь, и все, ты дальше уже не можешь, потому что у нас тупо не развита эта сфера, да. Вообще не развита. У нас на этом невозможно заработать. То есть так, чтобы ты конкретно работала только моделью, и ты могла себя обеспечить, такого не будет. Параллельно ты обязательно должна чем-то еще другим заниматься, да, какой-то другой работой. А с одного показа, например, сколько можно заработать? Один раз, если выходишь на подиум, в среднем дают 50 манат. То есть это хорошо, но просто такие показы очень редко организовывались. У нас вот, например, в Азербайджане есть Азербайджан Fashion Week, есть Баку Fashion Week. И вот эти самые крупные, да, мероприятия, они проводятся где-то 2-3 раза. Я уже не помню, 2-3 раза в год они проводились. И вот на протяжении этих недель моды, то есть они тоже занимали где-то 3-4 дня, и каждый день было где-то по 3-4 показа, 3-4 модельера. То есть, ну смотри, да, ты за эти дни могла хорошо заработать, в день, если ты там выходила 2-3 раза, ты 100-150 манат зарабатывала. Но это настолько было редко, что ты заработаешь эти деньги, потом сидишь, ждешь, когда следующий, или тебе там на фотосессию должны позвать, или на какое-то там еще мероприятие, на открытие, может, там какого-то отеля, мотеля, чего-то еще на открытие вот тоже звали. И, в принципе, вот так. Вообще, я считаю, что это та сфера, где возрастные ограничения, то есть ты сейчас поработал, а дальше что делать? Не знаю, возможно, я не права, но у нас в стране заработал ты, например, в эти годы, в 18-м, со скольки начинается, наверное, совсем с ранних лет, да? Угу. А дальше что делать, а дальше куда идти? Мне кажется, ты правильно сделала, что именно подалась в журналистику. Я вот в тот период еще работала фрилансером. First News тоже, то есть параллельно и DIAS, и First News, и модельное агентство. А потом, когда я уже институт закончила, меня First News позвали уже работать в штате, то есть уже full-time, да, с 9 до 6. И я правда хотела совместить с модельным бизнесом тоже, но у меня не получилось на самом деле. То есть потому что туда нужно было ходить на кастинги, туда нужно было ходить на примерки, на репетиции. Я не могла, например, это было в течение дня, да. Я уже не могла постоянно там отпрашиваться или постоянно уходить под каким-то предлогом. Я уже перестала в этом всем участвовать. Ну и естественно, да, то есть если бы выбор встал вот такой, это или это, я бы, естественно, выбрала журналистику, потому что в журналистике ты все-таки задействуешь свои какие-то умственные способности, да, свои таланты. Там есть простор для развития, совершенствования. То есть все-таки это намного лучше. Да? Ну, лично для меня я решила это выбрать. А в модельном бизнесе больше, то есть ты как вешалка будет, как-то грубо сказано, да, но тут задействованы только твои внешние данные и все. И там нету простора для того, чтобы ты развивалась. А если бы, например, вот на минутку представим, что если бы за это платили бы такие же деньги, которые платят, например, за границей, что бы ты выбрала, журналистику или продолжать работать моделью? Если бы в модельном бизнесе платили больше, чем в журналистике, да, настолько, я бы выбрала там, где платят больше. И это правильный выбор. Но я очень люблю журналистику. Эта работа, на самом деле, мне подарила очень много новых знакомств.
Многие из тех людей, ну не многие, я загнула, да, но несколько людей из тех, с кем я проводила интервью, они стали мне действительно очень близкими друзьями, с которыми мы до сих пор общаемся. И даже если, то есть я не подружилась, я просто я познакомилась с человеком, это новая связь, это новая история какая-то, которую ты услышала. Вот человек делится со мной, да, своей мотивирующей, вдохновляющей историей жизни, какие-то у него были взлеты, падения, то есть он рассказывает. Я пропускаю это все через себя, я стараюсь, то есть, это донести до читателей, чтобы они тоже прочли, мотивировались. Я проводила очень много интервью с нашими соотечественниками, которые, например, добились успеха за границей, в других странах, в тех или иных областях. С людьми, которые в Баку, в Азербайджане какой-то бизнес с нуля построили. С какие какими-то... интересные люди, которые мотивируют человека, да, на самом деле. Это на самом деле, то есть, для читателей даже, они вот читают, и они могут оттуда столько вдохновения, столько мотивации взять себе. Поэтому я стараюсь все делать по высшему разряду. В период пандемии очень многие сферы остались без работы, но... Но не вы, и не я. У журналистов на самом деле работы прибавилось. Мы работали в шестидневном графике. А вам как-то это оплачивали, что у вас увеличилась работа? Нет. Ой, извини, за больное задело. Не люблю я, когда так делают. Я считаю, когда работа увеличивается, заработная плата тоже обязательно должна увеличиваться. Очень не люблю работодателей, которые требуют много, а платят очень мало. Часто встречала такое. Знаешь, платят просто копейки, там, не знаю, 10-12 тысяч рублей, например, к примеру. Но требуют столько. На 2 минутки ты опоздал, уже целый рапорт там составил тебе, что на 2 минуты опоздал, каждый день опаздываешь. У тебя, наверное, часы, говорит, на 2 минуты опаздывают. Вот, поэтому в период пандемии, самое главное, без работы не остались. Да, мы в период пандемии старались... оперативно доносить новости с фронта до нашей аудитории, да. И поэтому мы очень много работали. Я за это время очень много интервью провела, на самом деле, с нашими ветеранами, которые с войны вернулись, с врачами-добровольцами, которые отправились раненых лечить, потом с семьями шахидов. То есть были очень такие трогательные интервью об ужасах войны реально, да. То есть я это все тоже пропускала через себя, было очень трудно это писать, но... Я считаю, что это надо было сделать, вот эти цикл чтобы статей. Люди тоже да. узнали про то, потому что страна своих героев должна знать в лицо, о них нужно рассказывать. То есть мы же земли свои вернули благодаря этим людям, и все нам верно. Нужно о них рассказывать, чтобы люди ими гордились. Вообще, я считаю, что журналист – это социально значимая профессия. То есть помимо этого, у нас еще есть рубрика «Призыв о помощи». Да? Я считаю, это очень полезная рубрика. О чем эта рубрика? В рамках этой рубрики мы рассказываем о детях, ну, о взрослых тоже, но больше всего о детях, которые больные. И у родителей нет средств, чтобы оплатить операцию там, или какое-то лечение своему ребенку. И они обращаются к нам, мы пишем статью, собираем там все медицинские справки и так далее, и призываем людей пожертвовать деньги на лечение. Бывает так, что вот с миру по нитке сумма собирается, да, необходимая. А бывает так, что если какая-то большая сумма, с миру по нитке трудно, да, бывает собрать. Бывает так, что какой-то анонимный спонсор берет на себя все расходы, или же там фонд Гейдар Алиева берет на себя расходы. И родитель нам звонит и говорит, что мы вам очень благодарны за эту статью, потому что благодаря этому какой-то человек увидел, сказал, что я все оплачу. И они чуть не плачут, они бывают такие радостные. И мне бывает очень приятно, что реально мы помогли. Самое главное, что работа помогла тебе найти любимого. Я считаю, что это самое важное. Да, со своим мужем я познакомилась на работе. Он тоже журналист. Тоже работает в той же редакции, что и я, First News. Но он спортивный журналист. И один день я прихожу на работу, захожу в свой старый кабинет, где я раньше сидела, и вдруг смотрю на моем месте, на моем кресле, где я сидела раньше, сидит какой-то новый парень. Он был такой красивый. И ты сразу такая, меня, наверное, уволили ради него. Он был
голубоглазые, светловолосые. Был? Сейчас у него будет. Сейчас тоже. Сейчас не пострашнел, сейчас только лучше стал. Он сидел, и я зашла и опешила, да? Я думаю, что кто это такой красивый сидит на моем месте? Подошла, говорю, здрасте, а вы новенький? Он говорит, да. Я говорю, а вы на моем месте сидите? Он говорит, тут мне так приятно сидеться на этом месте. То есть уже сразу начал флиртовать. И мне кажется, у меня произошла любовь с первого взгляда. И вот так-так мы начали общаться. Где-то на 2 года поссорились очень сильно. Почему? Об этом история умалчивает. Об этом история умалчивает. Очень много чего за это время произошло. Но я верю в судьбу. Вот после этого случая я реально верю в судьбу. Я вообще не думала, что мы с ним заново начнем когда-либо общаться. Но мы начали. Такое бывает. 2 года не общались, а потом заново помирились. Ну хотя да. В этой жизни бывает все. У меня подруга хотела помириться с бывшим, я ей говорила, слушай, это гиблое дело. Я не знаю ни одного человека, который помирился с бывшим и остался доволен от этого союза. Теперь я беру свои слова обратно. Он бывшим не был. Первый раз, когда мы с ним общались, у нас типа было передружба, недоотношения. Такой формат. Ну, самое главное, что сейчас счастливы. У нас родился ребенок, ему уже больше годика. Да, и сейчас все хорошо. Продолжаем работать вместе. В данный момент мы работаем на удаленке. Это очень круто, мне кажется, сидеть дома и работать дома. Честно говоря, в самом начале, когда только началась пандемия, и мы перешли на удаленный режим работы, закрыли офис, все, было очень непривычно. Тем более ребенок дома, да, шумно все. Но шеф нам сказал, что вы настолько хорошо поработали вперед пандемии, что я вам разрешаю дома. Выбирать. Хотите, приходите в офис на работу, хотите, из дому работайте. То есть у вас будет гибкий график. И мне кажется, это очень было мудрое решение, очень хорошее решение. То есть когда человеку дают вот такую свободу выбора, наоборот, это дает ему какой-то ответственности. Еще я хочу один момент сказать напоследок, что многие говорят, в Азербайджане невозможно устроиться на работу без стабша. Я на все свои работы устраивалась без стабша, и я считаю, что это стереотип. Да, это... я тоже так считаю. Я всегда это говорю в видео, но почему-то всегда, когда я говорю так в видео, в комментариях собирается куча людей, которые начинают обвинять. Ты говоришь неправду, тебе заплатили за это, тебя устроили, ты начинаешь. Так говорят люди, которые вот сами не могут устроиться, они находят какую-то причину своим неудачам. В общем, мои хорошие, сегодня у нас была такая интересная гостья, у которой целый здесь список того, что она хочет вам рассказать. Тут много, ребят, на 3-4 части. В общем, если вы хотите с Лилой еще видео, то пишите обязательно в комментариях. Тут материал очень на месяц. Она может свой канал создать. Также обязательно я вам оставлю ссылочку на Лилушу. Если вы какой-то интересный человек, который хочет, чтобы о нем узнали читатели, если вы замутили какой-то бизнес интересный, например, с нуля, с каким-то минимальным капиталом, хотите о своем опыте рассказать, или вы вообще занимаетесь каким-то необычным делом. В общем, в любом случае, если вы считаете, что ваша персона достойна внимания, вы можете мне написать в Фейсбуке или в Инстаграме, рассказать о себе, и мы можем замутить с вами интервью, как вот с этой чудесной девушкой. Я же занимаюсь таким интересным ремеслом. Да, почему нет? Очень интересно. Нам тоже на видео обязательно ставьте лайки, если не подписаны, то обязательно подписывайтесь. Всем пока!